А это ваш лапот? Да. А что вы тут? Это вы копали там траншейку, да? А что, вам сказали? Сказали, ну, а наши кто? Приехали. Кто, кто ваш? А я не знаю. А вы сами откуда? Я с Курска. А, да, какую организацию вы представляете? Нет, у нас никакой организации. Никакой организации? Потому что нас наняли. Наняли вот временно, вот на сегодняшний день, вот на эти работы, да? И что, вам платят за это, да? Ну, пока ничего, мы тут ничего не сделали. И а что вам обещают? Я не знаю, старше может договориться. Не, ну за деньги же вы, наверное, не просто так погулять. Знаете, погулять сюда скоро вышли. Из Курска. Сказали это. Подождать, мы управу поехали. Ага. В управу поехали. А кто, старший с ним поехал, да? Ну да. Понятно. Сказал, позвонит. То есть вы там без договора, без официальных... Нет, они это... там решают. Нет, вы, вот вы, вас наняли без договора, без официальных разрешений. Мы сегодня первый день. Я... А, первый день вообще? Да. То есть вас сюда забросили, как диверсантов, да? Мы сидим, не смотрим, ничего не делаем. Когда делаем работу... Так, ну вы уже сделали, я посмотрела, там уже прорыли. Все, у нас тормознули, сказали, стоят. Ага. Ну вы знаете, это тут уголовное дело, да? Да. Поэтому мы стоим. Да, лучше бы вы на такие работы не подвязывались бы, если очень серьезно. Что там, работы у вас нет в Курске? Есть. А что вы сюда едете? У меня тут дядька в Москве. Ну, в общем, смотрите, а то у вас ментовку загребут и без разрешения на работу. А вы из России? Вы российский? Вот, а вы тем более не российский. У вас есть вообще все документы? Ну, документы есть. А? Документы есть. Разрешение на работу есть? Вот. Ну, надо делать это. Ну, надо делать. Ну, надо делать. Сначала надо все сделать. Да, да. Правильно? Да, да. А не наоборот. Да, да. Вот. Поэтому лучше уходить, ребят. Ну, да. Здесь уже завели уголовные дела. Вот так же вот приходили. Вас наняли, подослали сюда. Ну, они да. вас подставляют реально. Потому что эти твари, они ни за что не ответят. Угу. Вас будут крутить и сажать. У вас ничего нету для того, чтобы вы здесь могли осуществлять работы. Хорошо.